Дохлый голубь. Идем с мамашей в магазин. В Краснодаре снег. Падает. А ты говори, мам, быстрее. Сейчас снег будет, сейчас лед. Нет тут гололеда. Сейчас пробую заснять, как снег падает. Да его даже не видно на камере. Изобрази крестик из пальцев. Чего? А вот, кстати, мой маникюр. А это я уже вторую руку, не знаю, каким волшебным образом, испортила маникюр здесь. В смысле? Здесь летела стразочка. Я пока под мухи брила, если я случайно по ногтю. Ой, блин, ладно, короче. Мы с моей мамой пошли в кофейню к моему любимому Денису Бориса. Помнишь? Бориста? Да, бориста. Вот. И мама такая, давай расплачивайся за кофе, ты так сказала. И я сказала, что у меня нет денег. Мама такая, опять пропила, да? Вот ты говорила, что я опять пропила деньги. Ну, точнее, ну, ты подразумевала в кофейне, ну да. Каждой кофейне. Вот скажи спасибо, что я там соцпедагога не видела. Когда ты пошла в KFC, а там соцпедагог сидит, она себе заказала. Жрет. Она не жрет. Я спрашиваю, что вы что здесь делаете? Ну, я не убедитель или соцпедагога, да? Нет, она спросила, что мы здесь делаем. В смысле, сигарет? У меня нет сигарет. Покупать баранину на Новый год. Да, мама? Выбирай себе чай. Баранина. Я же буду плов готовить. Как у меня. Короче, все понятно. Вот этот чай будешь пить? Так я не пью такие чаи. Мой любимый чай был. Сейчас скажу, какой был. Если он вообще здесь продается еще. Нет, он, наверное, уже не продается. Но... Блин, не знаю. А помнишь, как тебя обманули в Таврисе? Тебе сказали, что чай растворяется в холодной воде или что-то типа того? Меня не обманули в Таврисе. Ну ты купила его здесь. Чай? Это не они обманули. Не помню. На производителя мог обмануть. Вот теперь у мамы депрессия уже 3 дня. Что за бред? А у ее дочери есть. Шутка, мам. Вот такой у меня модный свитер. Надела сегодня. Чили Пушман, наверное. Покажи чай. А там такой чай был, как ты купила в индийском магазине, так классно пахнет. Потом покажу дома. Не знаю, как это, порошок какой-то. Вот здесь самое красивое, это рисунки на кофе, на пачках кофе. Нет, не здесь. Вот, Бразил, Венеция. Покупаем? Так, что это? Это для этого лимонада? Да. Вот мама всегда готовит лимонад только своему сыну, а про дочь она забыла. Никогда. В смысле, никогда? Она и про сына забыла еще. О, новогодние песни, как круто. Что, берем? Да. Берем лимонад. Где берем? Какая разница? Давай бери один. Где берем? А зачем две? Один с... на апрельскую. Понимаю. Это мы с этим лимонадом поедем в Мексику. Лимонадницы. С Нипон. Дядя Юра, будешь сюда пиво заливать, короче. И с друзьями пить. А на рынке рыбу покупать сушеную. Я бы так делала, кстати. Да, начинается тут. Как будто реально вот висит. Круто, да? Корзину неси. Вот у нас снег пошел. И покушала. Ну так бог тебе, судья. Мы взяли 4 лимонадника. И все для нас. Меньше болтай. Меньше болтай и больше пошли делай. Домой. Суфа, пошли. Можешь снежинки на голове? Нет, пошли. Стесняшка. А если сделать так? Мама, куда мы идем? К твоей подруге идем. Наконец-то уже нормально, зима, снег идет.
буду высыпаться? Нет.